Всем привет! Сегодня у меня, можно сказать, послеобеденная рыбалка. Приехал на малую реку, хочу поискать щуку. Сегодня у меня в планах было поехать на Десну и поискать судака по корягах. Ну, как бы посмотрел прогноз, и после обеда передают сильный дождь. Поэтому решил не заморачиваться, а просто поехать на убедь недалеко от своего дома. Времени на рыбалку у меня очень мало, сейчас уже 12:30. И, ну, где-то 3-3,5 часа на рыбалку, я думаю, есть. Поэтому я не буду тратить времени, быстренько собираю снасть и начинаю свою рыбалку. Пробью свои старые точки, а потом, если еще у меня останется время, хочу переехать и попробовать в новых местах. Щуку я хочу сегодня половить не на спиннинг, а на живца. У меня уже на канале выходило видео, как я ловил, но как бы активность щуки была крайне низкой и почти ничего не поймал. Для тех, кто не видел, покажу, на какую снасть я буду ловить. Вот он, поплавочек на основном шнуре. Потом ниже идет скользящий груз. На убеде я использую 8 грамм. Это нужно смотреть в зависимости от глубины и течения. Потом поводок из флюрика и тройничок. Живчик, плотвичка. Одеваю за рот, чтобы на течение она... Ну, на течение лучше играет, если вы за рот ее будете насаживать. Сейчас быстренько пробиваю первую точку и потихоньку будем двигаться дальше. Вот, делаю заброс. И стравливаю вниз за течением. Я случайно поломал антенку с поплавка. Вот такие вот приходится выдумывать конструкции. Потому что живец топит поплавок и ничего не видно. Еще сейчас попробую уменьшить груз. Я 3 дня тому назад ходил по этой речке на спиннинг. Бросал в равномерку, на джиг, не заработал вообще ни одной поклевки. И хочу сказать, что пробил участок довольно-таки немаленький, приблизно с километр. Так вот, думаю, попробую еще раз на живца, будет что не будет, не знаю. Щучка есть в этой речке, это точно. Туда заброшу, под тот берег. Там как будто ямочка такая небольшая. Может, там щучка ждет добычу. В последнее время в речке что-то очень сильно помутнела вода. Я думаю, это тоже может сказываться на клеве. Очень темная. Буквально 1-2 проводки на точке и перехожу дальше, если нет поклевки. Просто нет смысла стоять целый день. Я уже говорил, я ищу только активную щуку. Ну вот, то, о чем я и говорил. Пошел снег. О, вот, поклевка. Прям на камеру. Щука схватила. Вот она. Потащила.
Я уже говорил, что выжидаю примерно 2-3 минуты, чтобы щука хорошо зажрала. Нужно напускать шнур, чтобы рыба не чувствовала натяга. Прошло около 2 минут. Буду пробовать подсекать. Щучка вроде бы стала. Нужно вымотать натяг. Ой, не натяг, а слабину. Вот. То, о чем я говорил. Была щучка, поспешил, забрала живца. Блин, как обидно. Ну ничего. Не повторяйте моих ошибок и ждите дольше. Иначе щука просто забирает живца. Поспешил, все. Ну что ж, на этой точке у меня больше поклевок не было. Я решил идти дальше. Пойду перейду на то место, где в прошлый раз у меня было очень много холостых поклевок и пару сходов щучьих. Есть очередная поклевка, щука идет прямо на меня. Вот вижу поплавок буквально в 5 метрах. Что ж, буду пробовать подсекать. Она долго стоит на месте. Есть щука. Сюда, подруга. Ого, вот она есть. Наконец-то я ее вымучил, щучку эту. Такая подкилошка, грамм 800 точно есть. Вот как зацепила тройником с краю, там где нужно как раз. Думаю, еще пару проводок на этом месте можно сделать. Щучка здесь есть. Попробуем еще уговорить на поклевку. Вот, есть очередная поклевочка. Только сменил живца, забросил и сразу же. Сходу. Пока стоит на месте. Не движется, а вот начала идти вверх. Против течения с поплавком. Пошла, 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 пошла. Есть. Мелкая щучка. На спиннинге ее. И кот здесь. Да куда же ты ее? Вот они, стандартные щучки для этой речки. Ого, какой наглый кот. Уже 2 живца съел, теперь и щуку еще хотит. Я вот стою и думаю, на этом же месте бросал на спиннинг, в равномерку, на джиг, поклевок 0. Бросаю живца, есть поклевки. И вот делайте выводы. Живец как-никак лучше силиконовой приманки. Пока у нас не станет лед, рыбалки какие-то
однообразные. Нет какого-то разнообразия. Либо белая, либо щука на убеде. Ну, еще, конечно, судака можно пробовать на 10 дней, но как бы не очень горю желанием. А вот если бы стал лед, о, тогда да. Интересно поставить жерлицы на щук, поискать окуня на блесенку или на балансир. Также судак на балансир, зимний покаток. Ну что же, здесь поклевок у меня больше не было, уже на улице темнеет, у меня еще час, приблизно полтора времени осталось. Пойду проверю еще две точки и потихоньку буду ехать домой. Ого, какой снег пошел. Это просто капец, не видно ничего. На последней точке мелкие шнурки просто надоели. Около 4 поклевок и ни одной щучки я не поймал. Да и плюс к тому у нас начался сильный снег и потемнело. Я принял решение ехать домой. Берите снасть, на которую я сегодня ловил, себе на заметку. Она очень часто выручает меня на рыбалках. Когда щука очень крайне пассивная и не хочет клевать на силикон или на какие-то либо другие искусственные приманки. А вот уже завтра я планирую поехать на Десну. Хочу попробовать половить судачка, может быть, возьму снасть на густеру, как запасной вариант. Ну что ж, я поехал домой. До встречи на воде. Пока.